вызывающе выглядят и свежие высказывания советника президента Украины Юрия Бирюкова. Он сравнил россиян с насекомыми и выразил к ним брезгливость, на что немедленно отреагировали в Москве. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Фейсбуке отметила, что похожие слова в адрес славян, в частности украинцев, уже звучали из уст соратников Гитлера. В качестве доказательства она привела цитату из разговора лидера фашистской Германии с личным советником Вернером Кеппеном. Идея сравнивать народы с представителями флоры и фауны не нова отнюдь. Один из ярчайших примеров, который будет небезынтересен советнику именно украинского президента – сравнение славян с кроликами ориентировочно 74-летней давности. Как же страшно иногда шутит история над теми, кто ею пренебрегает.